Британские ученые под руководством университета Лидса в сотрудничестве с Эдинбургским университетом воспроизвели сложный дизайн поверхности человеческого языка. Напечатанная структура из синтетического силикона имитирует топологию, эластичность и смачиваемость поверхности языка. Эти факторы играют важную роль в том, как пища или слюна взаимодействуют с языком. Это может влиять на ощущения во рту, глотание, речь и потребление пищи. Напечатанный язык поможет разработчикам провести проверку новых разработанных продуктов и ускорить процессы разработки без необходимости проведения испытаний на людях на ранних стадиях. В частности, с начала пандемии COVID-19 социальное дистанцирование создало серьезные проблемы для проведения таких сенсорных испытаний и потребительских тестов. В этом также поможет искусственный язык. Воссоздание поверхности среднестатистического человеческого языка сопряжено с уникальными архитектурными задачами. Сотни небольших почкоподобных структур, называемых сосочками, придают языку характерную грубую текстуру, которая в сочетании с мягкой природой ткани создает сложный ландшафт. И Фернандо Бло Рейес, доктор и ведущий автор исследования Якоманда, сделала силиконовые слепки поверхности языка 15 взрослых. Оттиски были оптически сканированы в 3D, чтобы отобразить размеры сосочков, их плотность и среднюю шероховатость языков. Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.